купить. А можно я слетаю спекнуть фаст? Так чё я бафаю? Спекайся. Ты ж мой паладин. Чё ты? Чё ты? Ну каски бафы. Курица. Мне похуй баф. Здрасте, а есть слоты? На замену. А чё, мы локов не возьмем? Дискорд обновлю, что обмолкать. Я не вижу локов. Да, демона бы. На бутылку, Рома? Хочу. Ну еще давайте выйдем с уманем на камень. Кстати, а мне спекнуться нужно в игре Марио. Деля. Что, нахерела, что ли? Сколько надо уложить? Подожди, а боль и страдания мы не получим по умолчанию? Я могу устроить. Я тут. Гилю, ты можешь бафать, бля, в бою этим аддоном? Угу. Через раз. Да, у меня ты я... Ты пила идете? А там... Подлетаю, ребят, сейчас. Ты смотри, я на боссов палом не сильно рвусь, я могу зайти на это. Блядь, у меня неистовство. Я на боссов, конечно, не откажусь, но, блядь. Да, здесь. Сумон, ребят, на камень. Можно сумон? Сейчас. Камень в КД. Минута. Каста сбивайте. Хожу налево, убери кулаки. Вот, Дойна. Сейчас я после комбата уберу. Спасибо. У меня будет другой рыцарь. Вот это сломить. Ну я в основном танком играю. И я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся. Никогда! Я никогда не буду служить тебе! В конце концов, все вы будете слушать мне. Гоурский, убери ауру, конечно. Я авторитетный пал, не хожу с другими. Откуда ты знаешь, что это моя?
У меня донки дары вас палец, сука. В натуре Майяна. Правильно, Гурыч. Аура лошади, топа. Ну, она тут не надо, тут гильдейский баф, в принципе. Ну, кроме БГ. Похилите, да, я кушаю. Ну, я так немножко подхиливаю. Что за игровая сессия, тишненький? Сейчас бы. Что игровая? А, блядь, сало какое-то висит, нахуй, без таймера. Типа игровая сессия называет. А, у меня тоже. Тише, не тревожьте игроков. В смысле, я и даже хилить. Про... Да, хилить нельзя. А что, тоже висит? Я релогнусь. Тоже. Не знаю, меня никуда не... И выйти не могу. Alt F4 помогает, не? Не, выйти в меню я выйти могу. Что? Я попробую. Выйти ты не могла, потому что бою было. Блин, у вас? Нет. Не могу хилить. Тебе же сказали, хилы хилить не могу. Да, да. О, пошло. Люблю Сирус. Сколько? Будет одному магу Варкана спекнуться для бафа. У нас ретрик есть вроде, не? Или там не стакает, я забыл. Вот там, по-моему, ретрик дает. Там разные ауры, нет. Там аура 3% урона, блять. В это есть какой-то фласки на ДД на миле? Репа так медленно идет, да. Подожди, я, по-моему, с нуля за 3 захода вкачала. Я слетаю за флаской, самонете потом возле босса. Фласки вам раздадут перед боссом. Окей. Okay. Он оглушенный стоит, поэтому поворот. Войт, место есть на замену? Вонзай. Ага. Ты че с этими варами заебали вы меня бафать во сну? Критам много не бывает. Еще раз, пожалуйста. Так чё, я могу на пале посидеть или нет? Да. Окей, ты скажешь, как на ханта заходить. Так, а каменный кровь, по-моему, да, танк лучше всего обойтись.
что? Короче, это Славик, Максим Драгма просил тебе передать. Всем привет, я здесь. Здорово. Здесь? Конечно, все, иду. Здесь же гружусь. Ребят, царь обезьян вылетел сейчас. Кем? Шамы. Шамы? Войт, припоты на тебе же. Спасибо. Лока нет, да? Иду. Ты лети, блядь, пока дойдешь уже нахуй, блядь, рейд закончится. Ну, фласки на СПД там, на силу атаки. Да. Роги особенно, блядь. Ну, Рога пишет, не знаю, кто пишет. СПД, но... А на ХП есть каменные прорыши? Сука, я транс не сделал на другие плечи, ёбаный в рот. Фу. А под 10 я сделал, до свидания. Фу. Он бежит уже. Я в инсте уже. Рыбу. Мышку, блядь, сменить. Писать, что на кого чё роли? Он на Элему ролит. И Шейпер ролит на Элему. А если хил на ШП ролит, писать надо куда-нибудь? Нет. Чё, без лута пойдёшь? Спрашиваю Шерпесту. Шерпесту, ты будешь на ШП роли, да? Да. Да, потом он трэш, и слышишь, Драгма, он тебе нужен. Где рыба? Можно и пока бы что-нибудь сделать, нет? В Дискорде. Дискорд написать? У тебя мейн спек ШП, просто попросили спек на Сахила, так что все нормально. Ок. Рыбу ставили, что ли, уже? Не ладно. Да. Кто закликал рыбу, блядь? Ладно, хуй с ним, пошли.
Она сзади нас стоит на шипе. РДД, ваш шип, алло. На этих на кораблях великан ебан. Не было великана или был? Ну, я в обычке взял на великан. Блять, а я фласку забыл выпить, ебан. Арм с волей полное говно. Да. Чешка из ОФ топчик вообще. Я знаю. Чешка герб. Она инфурики будет топ, нахуй, я так думаю. О, осколок. Сколько у тебя осколков? А сколько их нужно всего? 50. Какой шанс выпадения у них? В обычке малый хами 50 на 50. Блядь, я на той неделе 6 боссов 4 осколка в обычке полутал, блядь. Я же говорю, блядь, шанс маленький. Можешь и 2 нахуй за социалка полутать. Такой космос, блядь. Это, ребята, подскажите, пожалуйста, вот аддон ЕПГП лутмастер и аддон ЕПГП таблица. Он один и тот же или таблицу нужно? Да, один и тот же, надо два аддона скачивать. ЕПГП лутмастер тоже идет. Понял, понял. Ну, если я его не видел на первом этаже, значит... Просто бегаю и посмотрю. Вы здесь потому, не, не, что не на великана, по-любому. Вы понимаете, что на... Я так понимаю, если 1000 ГП, то шансов заролить что-то ноль. Ну, если никому ничего не надо, заберешь. Ну. Походишь пару рейдов, все заберешь, типа, что тебе надо будет, если будешь копить, типа. Это раз. Во-вторых... Первые 3 недели, пока вы фармите, вы вообще не должны были бы получать шмотки, но вы получаете шмотки, когда вы получаете 10 КЕП. Оттуда вы получаете возможность ролить шмот, который вам нужен. Посмотрите на свои руки, задумайтесь над нелепостью их строения. Нет, я случайно сейчас спеклся, случайно, ну, быстро каталанты вкачивал. Случайно вкачал. Славик, там, короче, это, извини, отвлеку, пока трэш. Там у Максима не было аддона, он сейчас его скачал, и колечко не мог ролить. Но ему надо, я отдам потом, снимешь на числе. Блин,
Как пользоваться этой хуйней? На мейн-спек они заступить. У Адона не было, он вообще ролить не мог, а я на офф кинула. Тебе выскочит таблица, когда РЛ прожмет эту нужную шмотку. Анкилу достался пояс. Я дам. У меня с меткостью. Я не одевал ничего. А, все, да. У него из завода. Одел другой. Точнее, с роли. Ну, блядь. Нет, все было бы пиздато, если бы в то время, когда я врывался, они бы держали его спиной там. Если бы, так бы. Типа грибы, да? Если бабка была бы деткой, что? Деткой. Это из разряда, если бы у бабушки были бы мужские половые органы, она была бы деткой. А, как говорил мой дед, я твой дед. Как говорил моя бабка, меня ебал твой дед, да? Чутка. Бля, ну знаешь, родственник укладывал раз, там... Кто я такой, чтобы лезть? Ебать, какие шутки, блядь, я охуею, что блядь. Что это шутка, блядь? Пиздец. Шутка, блядь, переговори. А чё не лечат, нахуй, ёбаный? Синдрой — большие проблемы. Синдрой. Мне кажется, мы синдром быстрее убиваем теперь, чем профана. Типа от черепа убегать надо, да? Стану, блядь. Сраные милики эти. Чем больше миликов стоит во время этого взрыва, тем хуже. Тем больше дамага. Можете дать ему стан на 5 секунд. Алло, блядь. Да, блядь. Ладно. Колечко забрал драг моя мандала. Так, настраивать ПГП от мастера не надо ничего, да? Галочки всякие ставить. Только для РЛов надо настраивать. Ну потому что я уролила на офф. У него не было аддона в этот момент. Так, он на офф ролил, говорит. Наверслип на оффроле. Если драгма забирает на мейн, да, отдаешь драгме. Драгме отдаешь, тем более у них убоих серые, блядь, так что это, блядь, их не проблема. Драгма на мейну. У него мейн или... Так и так, да. Ты там. Нет, насколько... если на мейн спек, похуй на приоритет, если он один на мейн ролит, он ее забирает. Крыльцо. Значит, ГП мейновые. На какой он спек?
Хуя себе за моба дают, на. 300, сколько? По-моему, за этого нет? 54. Каких 300? 500 дают за вальку, ну. Сваун. Фу, блять, сваун. А там за мобов дают тоже репу? На вале? Вроде. Или дают, Микол? На вале не дают. Как наивен ты идешь, вот этот вот. Перед синдромом дай. Первая, вторая — это все РДД. Сзади моб стоит. Вихрь дайте. Как я забыл, как рвется агро в армсе. А, блять, смерть. Фанатика. Я освобождаю тебя от проклятия. Ну ладно, полежи вместе, дочь самурая. Ну да, вас что, трашит, ну? Шарп и стул. Да, он сзади подошел, дал 30к и ушел. Контроль. Ты не в силах противиться моей воле. Хожу налево за контроль, сейчас уйдет сверху. Поможет. Моб хилов пошел пиздить. Блять, опять фанатик. Фанатика забери. Ты у нас танки там. Ну тут вроде как все на мне. И воскрешенный фанатик, который это что взорвал. Я только что не поймет, откуда появились. С лестницы. Почему не зыбаем мы с ним прожато было, блин, до контроля? Успеем 5 секунд. Пойду покурю бэра, как есть? Сколько стаков? Ты не в сил противиться моей воле.
Алис, сколько стаков держи? Пойди четыре. Нет, ну первый забор 4 стака, правильно? Тебе сейчас только что сказали, что 5. Ебать сложно, пиздец. Ну не убейте, я, алло. Ой, идиоты. На все воля, господин. Давайте нас рез. Ваша смерть неизбежна. А за сколько эту БОЕшку можно купить у гильдии? А сколько она стоит на ауке? Последняя цена, когда я сканировал, 9к. Где-то 8 она сейчас, по-моему. Ну а что такого? Джованни, да? Не может она 14к стоит. Ну это минимальное улучшение. Собычек нету улучшений, алло. Ну так вы скажите, я же не знаю, как у вас это здесь действует. Только в хэм. Угу. Нет. Значит, оффспек. Ну, можно сказать так, да. Ну плюс у меня еще стоит. Нет, ты умный. Благодарю вас, пока вы не прибыли. Все, я тебя понял. Просто у меня вот кольца стоит, я бы с ним играл бы. Усмирителя небес. Мы будем сдерживать орду, пока вы не подготовитесь к взлету. Не, все, не надо. Не... Занять позицию. Угу. Понял, все. Осознал свою ошибку, кайф. А если в мейн-спеке только один человек нажимает, он сразу фулл ГП заберет? Если больше никто даже офспек не нажимал, и не минору, блядь, минору пишет. И не только еще какой-то спек был, блядь, тогда, по идее, должно за 10% ходить. И если это говно, шмотка. Блять, пиздец, давно Армс не играл, блять, я теряюсь, нахуй. В двух кнопках? Да. В Мортале и Превосходстве. Угу, и в размашистых ударах, и, блять, в остальных кнопках. Это вара-ненавистник говорит. У которого тоже есть вар. Да. Ой, блядь, я ничего не успех нажал, на. Чё за такое минор, говорит, чё это кнопка?
Минору прейдж только что объясняли. Минор, то есть есть аналогичная шмотка в обычке. Ты вот в гере выбил такую же. Не. Еще раз объясняю. Минору прейдж в обычке могут и забыть про эту кнопку нахер. Только в гере она пашет. Токены с обычки идут тоже за фулл ГП. Никаких минору прейджов его в спек. Хотите токен, нажимаете main спек. Даже если нажмете его в спек и больше никто не ролит, по приору забирайте, если на фулл ГП. Сак-сак. Блин, надо корову делать нахуй. А я же хил, ну ладно. Чё, я не плюсовал? А, всё, понял. Вы видите, что это там вдалеке? Гурский опять ушёл. Чего? Ушел от Пушкина. Я в пушке, типа, как дела? Съебался. Сейчас убью тебя. Съебался. Хорош. Чего ты съебался, но. Ладно, похуй. А, мне назад портануло. Где Финзера сейчас? Простите тут. Алиса, прыгай назад. Только убили, сразу прыгай. Мы сами скрываем. Шейпер. Сука, не получилось, блядь.
квест кто-нибудь брал? Какой квест? Говорил, что на кораблях квест. Не было. Нет квест на корабле, никакого класса даже на корабле не существует. Ой, не забудь, что надо этот выхухлить при сумме. Не знаю, кто это обещал. Да и на маг могу уступить этого. Да. Может уступить. Ты так вольно не заберешь. Я токен. Пойдешь во второй состав, возможно. Выкухан, да. Так он еще давно писал. Блять, где я? Он вступил и сказал, что ему воля очень нужна. Ему с обычки ничего не нужно. Воля очень нужна. Это опасно говорить. У меня из этого среза вечно меньше 10 кап. Ну на рейде чаще ходить. Ну чего, мне выходить, не выходить? Я тоже могу уступить. Войт не хочет волю отдавать. Никаких замен. Вот это вот, блядь, 500 ГП мне так харит, нах. Ну это нечестно. Человеку нужна боль, а он сидит на замене. Почему именно он? Нет. Да вон там наступают ему уже. И то есть ты хочешь сказать, пока ты волю не заберешь, люди, которым она нужна, в рейд ходить не будут, да? Это не работает так же, как на лече с луком. Работает. Вообще не чувствую, что Гуля упадет. Вообще твоя гадалка. Сёртра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Эд только что... Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону. Он уже вместе. Запустили, Лил Морт уже поздно. Ничего не понял. Ну выхали до Ларани просто. Нет. Том твой. А, ну уже не хватит. У меня один вопрос, что вы за хуйню творите? Ну ты, например, что ты меня кикнул? В какой замене, бля, я попросился на волю, дайте мне... Я что, просто так сюда хожу, бля? Чего, кикнул вы? Взял меня кикнул, ёпта. Да. Ты что? Дими двое, блядь. Хуйню, блядь, потворить её. Охуеть, пиздец. Повесил себе КД. Пошли. Я сижу в Дискорде. Если ты поступил по-свински, блядь. Ну, Медвей придет, я с ним разговариваю. С тобой явно. Хуевший вообще, блядь. А привыкать вот сюда.
У меня приор в два раза выше, чем этого, блядь, говнюка, ёпта. Он, блядь, меня на замену кидает специально. Я в ахуе просто. В смысле как? Да. Чё, мало типа? Хоть чувак что-то знает. Мне кажется, что я фурики бы дай больше дал. Мастер, у тебя чешки нету, да? Не. Не говори ему это слово. Я посмотрел сразу лус, напоминаю, блядь. Ты с выхухолем поменяйся, он тебе даст чешку, а ты ему волю. У него чешки нет, у него зад. Да, шипы моба вбить вообще нет, не вариант. Нет. Приор сливать не буду. Помните о чести, герои. Как вы да. Так, ребят, 2 минуты ФК, у меня что-то с батареи потекло. Сейчас я перекрою. Слизь снова потекла. Открыты, ребят. Да, уже открыли.
Не, Савик, это нихуя не дело, не правда. Вообще не ожидал от тебя такого, честно. Нет, почему? Аргументируй при всех. Почему, говорю? Аргументируй, вот просто аргументируй сейчас. Просто признайся, что ты волю не хотел отдавать. Нет аргументов, блядь. Не хочу с тобой ругаться, не хотела. Просто я сейчас вообще в шоке сижу. Ребят, от замены, короче, чураду это отпадает. Там конкретно потекло, еще так неудобно. Тогда это ЕП накинешь на эти боссы, там три штуки. И я это пойду. И кикнешь, короче, накинешь и кикнешь, потому что нет, скопить. Савик, решайте как-то что-то. С выхухлем, не знаю, извиняйся, еще что-то делай. Или при всех скажи, не знаю, либо я ухожу из гильдии в том числе. Не делается. Я всегда твою сторону занимаю. Сейчас ты не прав. Честно. Могу вам объяснить ситуацию вместо Вайда, если он удобнее. Нет, неудобно. Войд обосрался, пусть говорит, блядь. Нахуй нам твоя точка зрения? А не точка зрения, я вам расскажу истину просто. Блядь, какая истина? Нет, нам похуй, что ты скажешь. Мы хотим от Войда слышать. Я согласна, он много делает для гильдии. Ну вот, чтобы не аргументировать, он бы мог сказать, типа, выхухоль, так и так, блядь, так хочу волю. Давай ты сейчас на замене посидишь, я ее там заберу, все, без проблем. Не умолять, ты сейчас правильно считаешь, поступил? Почему? 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 Гуминируй. Савик. Я понимаю, это вообще беспредел. Вообще, из-за чего он заменил? За что? Не знаю, пойдут за мной мои друзья, не пойдут, но вот такой хуйни я терпеть не буду. Диспал можно? Ну, эту хуйню я дома предполагал. Ты глухой, Рога? Да его нет здесь. Он говорит, что я здесь. Ну, значит, ты должен был слышать, что они обсуждали. Ой, смерть. Ты слышал дух человека? Он слышит духов. Духи не ведают усталости. Бля, что мы делать будем? Мы надо добираться. Или Эрол? Посмотрим. Какой Эрол? Куча людей где есть.
А что, ДЦ больше нет? Можно ДЦ? Да. Нет, ты в холле присте останешься. Там ниндзя есть. Драгма, тут? Здесь. У меня просто вопрос, ты пойдешь за Твисси или нет? Может, вы там сами разберетесь без меня как-нибудь? Я просто спрашиваю, пойдешь? Типа нас гильдии ливнуло? Она ливнула, да. Гурский тут тоже идешь за ними? Он уже ушел, походу. Нет, он вроде Диси был. Или нет уже? Хм, а чё Джованни ушёл-то, блядь, так и не понял, вроде не в них, ни шайки был. Не с их банды. Ну, стадный инстинкт сработал. Так, через дорогу один переходит. Я после этого поступка тоже бы так поступил, если бы не понимал две стороны этой медали, блядь. Первое, это, блядь, когда человек приходит, нахуй, в гильдии, две недели даже нету, он уже, блядь, второй по ПРу, нахуй, потому что у нас, блядь, минимальные 500 ГП с какого-то хуя, когда я говорил, блядь, Тёме постоянно поменять, это раз, блядь. И во-вторых, нахуй, заходить постоянно, блядь, в рейд, нахуй, этот, блядь, на замену, вот это тоже не понимаю. Ну да, попросился, окей, в хэме, не спорю, нахуй. В обычке, блядь. Окей, да, хуёво поступил Войд. Но опять с другой же стороны, когда Войд сказал, нету никаких замен, какого хера вы, блядь, не слушаете Эрелана? Ну, потому что зачем им меня слушать? Пускай идут и слушают других Эрелов. И делают там так. Это говорит о том, что Эрел ничего не решает здесь. Захотел, ушел. У вас полная свобода. Это просто бред и все. Это действительно просто стадный. Мне вопрос, зачем чертируйтесь туда? Я просто не могу в режиме боя. Кто за читы? Перезайди. Ну, в смысле, выйди из целка и зайди обратно. Ну, типа, я не могу тэпнуться в режиме боя, а почему вы можете, лол? Потому что у нас нет режима боя, потому что мы вышли из целка и зашли обратно. Сейчас посмотрим. У кого-то... У Алисы, по-моему, у тебя есть этот Midway контакт? Меня. У тебя есть? Скинь мне в личку в Discord. Я попробую посмотреть. Что я зайду? Зайдет, он мне там что-то говорил. Что у него там кухня какая-то приехала. Сейчас что произошло? Минуток 5, может быть. И если я узнаю, пойдет ли он. Может быть, попробуем добрать. Если не зайдет, то, скорее всего, разойдемся. Ну а чё, он 38 тел в гильдии онлайн. Чё, 5 человек нельзя добрать? Сейчас посмотрим. Просто и, блядь, как-то обидно. Амена сидит вон. Чё не за справедливость? Чё произошло? Мастер, расскажи. Ты был в Дискорде? Нет. Ну... Я в другом канале был, музыку слушал. Короче, начинаем с того, что попросился выхохоль на замену волю, чтобы забрать. Это раз. Во-вторых, Войт сказал никаких замен. Лиморки ушел в Долоран, и выхохоль зашел с замены в рейд. Войт его кликнул с рейдами. Из-за того, что из замены такую хуйню творить. Это раз. Во-вторых, блядь, Твинса потом начала спор, что, типа, Войд неправильно поступил. С одной стороны, я согласен, с другой стороны, блядь, надо оценивать все ситуации, которые получаются, блядь. Чё надо, блядь, оценить? Ничего нахуй не надо оценить. Ноют, блядь, пусть в Долоране нахуй ноют. Заебали уже. Сколько можно, нахуй, нытьё это разводить? Вы, блядь, шмотки хотите получать, блядь? Просто в рейды ходить, получать удовольствие? Или, блядь, постоянно вот это нытьё нахуй слушать? Заебало уже, сколько нахуй можно? Я, блядь, вчера у Гурского спрашивал, ты чё от игры-то хочешь, дружище? Он мне, блядь, ничего нахуй не ответил. И, блядь, а как можно понять, блядь, такого человека? Никак. Может, он хочет... Твинси, блядь, спрашиваю, тебе чё не нравится-то? Она там, ха-ха-ха, блядь, нахуй надо, блядь, вот это. Не, ну по сути, вот, что должен был Войд сделать? Кикнуть кого-нибудь из нас, блядь, и взять этого нахуй, выхухоли? Я об этом и сказал, какие... Это бред, это просто бред, блядь, это ему захотелось, нахуй, ты должен был просто кикнуть кого-то, блядь, и его взять,
по его же воле. Нет, там хан. Ему 5 человек место уступили, блядь. Я объяснил в Дискорде по-русски. Я говорю по-русски, не по-китайски. Никаких замен, никаких уступаний. Это было, так-то Рейл рейд идет, если у вас, если у них в голове есть какие-то свои правила, пожалуйста, флаг в руки, собирай рейд и веди, и забирай волю, чешку, чешую, всю хуйню. Я, блядь, не Рейл сказал, нет замены. Но Рейл сказал, нет замены, все, Рейл сказал, yeah. Значит, так и будет, и похуй, какое у тебя мнение. Если ты идешь с Рейлом в рейд, значит, следуй, блядь, правилам Рейла, да и все, и похуй. Кому вы это нет, объясняете? Тут все вышли, кто был не согласен. Зачем вы это говорите? Ну так, может быть, кто-нибудь не уяснил это, блядь, эту вещь. Восьмой пати. Вара на замену. Ты есть еще не согласны, и потом будут разводить всякую хуйню, блядь, перетягивать людей. Лучше сразу, блядь, выскажитесь нахуй, ливайтесь. Да, все время, правильно, мастер, я поэтому и говорю, мастер. То есть, просто есть люди, которые сейчас молчат, а потом будут, блядь, что-то выливать. Так вы, блядь, говорите сейчас. Сейчас горячие, блядь, разговоры у нас идут. Если вы не хотите сейчас говорить, потом, пожалуйста, тоже не говорите. Просто сидите нахуй молча и все. Вы понимаете? Но у каждого есть здесь... Блядь, понимаешь, мы кипишем каждый КД, блядь, пока каждому РТ, блядь. И в итоге да почему? Ты вот мне скажи, кто раздражитель всего этого? Кто, блядь, заводила? Вот, блядь, они ушли. Я это могу сказать, но от этого нахуй нихуя не изменится, блядь, и смысл. Пейпер, ты только